друзья, мы находимся в Skiff Music. В моих руках просто, ну, шикарный инструмент. Это Paul Red Smith, акустическая гитара от компании Paul Red Smith. И называется она у нас Angelus Custom. Инструмент сделан в Корее в 2013 году. Ну, не хватает на самом деле эмоций по поводу того, что можно сказать насчет этой гитары. И, конечно же, передать те ощущения, которые есть у меня, когда я держу ее в руках, через вот это видео будет очень сложно. Так же, как и передать тот звук, который здесь у нас в комнате сейчас окружает, благодаря этому прекрасному инструменту. Корпус из массива ели, палисандр. Ну, инструмент сделан в Корее под полным руководством Paul Red Smith американского офиса. И, кстати, здесь прямо на голове грифа, посмотрите там в картинках на сайте, здесь прям это и написано, что инструмент сделан под чутким руководством MPRS United States. Это абсолютно акустический инструмент, здесь нету звучка, и на самом деле, на мой взгляд, он здесь и не нужен, потому что эта гитара для того, чтобы наслаждаться звуком, а если вдруг вы захотите подснять этот прекрасный звук и куда-то записать ее, то необходимо будет пользоваться микрофоном. Есть, конечно, мысли о том, что сюда можно врезать какой-нибудь фишман подороже, но, честно, такую красоту портить не хочется, поэтому пусть это будет просто акустический инструмент, так как он есть прямо сейчас. В комплекте с гитарой идет вот такой просто массивнейший кейс, и инструмент может перемещаться вместе с вами куда угодно по миру, и кейс, конечно же, поможет вам избежать каких-либо неприятных ситуаций с инструментом. Это крутая гитара от американской кастомной компании Paul Red Smith, еще и сделанная в Корее, что немаловажно, в 2013 году. Я не знаю, что еще можно про нее рассказывать, просто хочется сидеть и играть. Важный момент, конечно же, я забыл сказать, ну, те, кто знает гитары Paul Red Smith, привыкли, да, к тому, что здесь вот такие прекрасные инхрустированные птички, соответственно, этот инструмент не исключение у Paul Red Smith, и здесь тоже птичками инхрустирован весь гриф, поэтому это особенность такая, особенная черта всех гитар Paul Red Smith. Заходите на сайт skiffmusic.ru, друзья.